Мое ТВ. Здравствуйте, Владимир Владимирович. У меня такой вопрос. Сегодня в Тюмени катастрофически не хватает учреждений для культурного досуга в молодежи. По большому счету остался лишь Дворец искусств «Пионер». Скажите, пожалуйста, как будет решаться этот вопрос? Мое ТВ. Дворец искусств «Пионер» — единственная площадка, и, естественно, студентов волнует, где еще. Ну, я бы не сказал, что это единственная площадка. Давайте там не будем забывать площадки, которые на сегодня созданы во всех высших учебных заведениях. Давайте не будем забывать те площадки, которые сегодня имеет Академия искусств. Давайте не будем забывать о том, что сегодня те дома культуры, которые в городе есть, мы же не говорим о том, что там не может быть создано молодежных площадок. Поэтому вся эта инфраструктура, она сегодня работает в том числе и на молодежь, поэтому... Может быть, «Пионер» просто привлекает внимание, потому что он в центре города. Звезда. Вот, да, но вот эту инфраструктуру, ее тоже можно по полной программе использовать, почему бы и нет. Поэтому каких-то проектов таких грандиозных, связанных с тем, что должен появиться какой-то новый ДК именно под какие-то молодежные проекты, но не рассматривались, и такого запроса не было. Но если у молодежи есть такой запрос, давайте пообсуждаем эту тему, почему бы и нет. То есть открыты к проектам, конечно, и предложениям, которые есть. Конечно. Я думаю, что для всех онлайн-зрителей это хороший сигнал для того, чтобы начать готовить проекты. И, может быть, в скором будущем, может быть, в День молодежи, будет возможность презентовать их, и в Тюмени откроется еще один молодежный центр. Смотри на ЮТВ, будь в сети. Будь в сети!